Значит, друзья, хорошо, что мы сегодня все пришли, дождались, вот, и возрадовались. Значит, тут уже прозвучало, Татьяна Юрьевна сказала, что это на самом деле параллельная площадка, вот, выставка, не повтор, то, что на нашей площадке в Союзе художников. Вот, это другие авторы, но тема одна, смешанные техники. Так что, если кто не видел в Союзе, приходите туда, тоже получите определенное удовольствие. Ну что же, спасибо всем, кто, так сказать, сделал работы, ради просмотра которых мы сегодня здесь собрались. Спасибо тем, кто создал праздник, то есть Татьянин день, Союз художников. Спасибо Александру Викторовичу, спасибо Наталье Хохановой, спасибо еще ряду наших товарищей, которые помогали оформлять выставку и там, и здесь, упаковывали работы, составляли списки, возили, раскладывали. Ну и всем спасибо.